Вот, да, вот загорелся. Огонь появился. Наконец мы его видим. Отец Андрей, Христос воскресе! Да, это единственное место на земле, где мы можем сказать, что поистину воскресе Христос. Поздравляем всех с воскресением Христовым! Господь помиловал нашу землю еще раз, еще год нам дал. Сейчас этот благодатный огонь, раздает патриарх, понесут по всему храму, который зальется огнем, и он... Как волна. Да, вот, вот скороходы уже бегут, разносят огонь, несутся. Замечательно. Вот, сейчас он не жжется, все будут умываться, радоваться и друг друга поздравлять. Благодатный огонь становится. Сейчас наша делегация тоже возьмет этот огонь, скороходы доставят скорее в аэропорт Бен-Гурион и на самолетах. Огонь будет доставлен. Во многие города России, о которых можно узнать на сайте фонда Всехвального апостола Андрея Первозванного. Видите, какое ликование, сколько радости. Вот русскую делегацию мы видим, да. Не обжигает, его пробуют. Да, можно умываться, лицо умывать. Он не жжется. Видите, какие радостные. Можно еще раз повторить слова святителя Иоанна Златоустова. Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Потому что воскресение Христово, которое здесь уже предвозвещается, мы будем праздновать уже ближайшей ночью. И по всем храмам нашей страны не только будет раздаваться этот радостный возглас.